В России почувствовать себя молодым может большее количество граждан. Согласно новым поправкам законодательства, возраст молодежи повысили до 35 лет. А чего не хватает ульяновской молодежи? Я не знаю. Все хватает. Все хватает? Да. И парков, всего? Ну, парки можно побольше. И аттракционы. Не хватает торговых центров всяких, набережных, потому что город достаточно скучный. Тут неинтересно находиться, негде гулять. Я сама просто из Москвы приехала в гости, поэтому... Ну вот, тем более, сравнение с московским, да, взглядом. Ну, наверное, больше места для отдыха, именно различные парки, вот, для детей, возможно, тоже. Яркости. Что значит яркость? В цвете, в одежде, в прическе. Отдых. Да, времени на отдых из-за учебы. А, постоянно учитесь? Да, сейчас практика у нас. А еще что-то? Развлекательных мероприятий каких-то. Малые. И бесплатных для студентов. Чем заняться? Спортом, бесплатной секцией, мне кажется, так. Стабильность. В чем именно? Работы не хватает. Работы? Да. А как по поводу отдыха, развлечения? Все устраивает? Ну, в принципе, ну, да. Ну да, вполне, мне вполне кажется. Вполне устраивает все. Не знаю, развитие, может, какого-то. Развитие. Больше надо образованием там заниматься, из книги читать. Транспорта вечером. Транспорта вечером. Угу. То есть это прям такая проблема. Да. А еще чего? Отдых устраивает? Ну, можно какие-то мероприятия бесплатные, допустим, какие-то флешмобы организовывать. Интересно, что было. Радости, наверное. Радости? А как ее взять, откуда? Не знаю, больше активностей. Каких-то хобби, развлечений. Ну, может быть, какие-нибудь квесты устраивать? Квест, например, по городу. Я видела в прошлом году, организация какая-то, не помню. Ребята играли в парке. Во-первых, воспитания не хватает современной молодежи. Культуры, наверное, не хватает. Ну, пространств, скорее всего, не хватает каких-то культурных, массовых. Например, там площадок спортивных, то есть сейчас все активно занимаются велосипедами, скейтов, много скейтеров. То есть, я считаю, не хватает именно таких площадок, чтобы они нашли, где заниматься этим профессионально, и им было удобно. Молодежных кафе. А ну какие, бесплатные должны быть? И что значит молодежное кафе? Подсказывай. Ну что, внимание ваше молодежное кафе? Ну, не именно, чтобы там фастфуд был, а именно там, чтобы молодежь могла прийти, почитать спокойно, поразвлекаться. Более-менее такое нормальное. Воспитанность. Воспитанность? Да. А как ее воспитывать в себе? Ну, это прежде всего родители должны влиять, и плюс в обществе вообще, в принципе, это должно считаться нормальным и, ну, как сказать... Это должно быть подходить как один из критерий вообще, в принципе, нормального человека, потому что у нас воспитанность не везде уважается, скажем так. То есть молодежь невоспитана? Да. А что касается мест, куда сходить? Устраивает все вас как молодежь? Да, вполне. Мест очень много, куда сходить, и очень много, где можно провести досуг адекватно, спокойно, да.